Друзья, всем привет! Сегодня коротенький совсем обзор. Сидел тут недавно, записывал видео по очередной минометке, но по своему криворучию удалил, так что вот придется переделывать. Так вот, на канале у Сергея Бурчука, он недавно обозревал, рассказывал про снаряд авиапушки «Швак». Вот. И он рассказывал про у него в коллекции осколочные снаряды. Вот. А у меня есть в коллекции бронебойные. Ну, я ему про это написал. Он попросил показать. Ну, вот показывает. Ну, вот у меня снаряд, он не распуленный, то есть, как бы, снаряд не доставали. Вот, деактивирован он был через сверление, да, ну и капсель наколок. Вот, по клеймам тут 188. Это завод, не знаю, какой завод, вот, может, Сергей подскажет. 42-й год выпуска. Ну и, собственно, чем отличается снаряд бронебойный, да, наличием бронебойного сердечника. Сердечник находится под баллистическим колпачком. Вот он. Сердечник из твердого сплава, вольфрам, наверное, или сейчас фокусируется. Да, ну вот, вот его хорошо видно. Он посажен в свинцовый корпус. Здесь находится снаряд. Колпачок сделан из какого-то легкого сплава. То ли алюминий, то ли латунь. Клеем на колпачке никаких нет. Внутри, соответственно, тоже ничего нет. Но на то он и колпачок. Ну, как я понимаю, что он был сделан для... исключительно для аэродинамики, да, полета снаряда. Так, извините, расфокусировался. Вот. Ну и, собственно, как это происходило, да, то есть снаряд попадал в цель, стальной сердечник пробивал этот колпачок и поражал цель. Все. Ну, простейшая такая конструкция. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Пока.